Ты разбираешься в конфликте с солнцем. Она выбирает собственную комнату в купольном доме. О, я уже не смогу прийти сюда. Задумчиво доползу, но в бешенстве лицо уже не мило. Люди все не те, а глотку придется порвать, чтобы прогнать застывшие слова, которые ты хранишь. Не причиню вреда, красными каплями моя судьба. Не причиню вреда.